Фестиваль игр КВН среди заводских команд традиционно проходит на сцене Дворца культуры и техники Северского трубного завода. Полный зал зрителей и болельщиков ждет начала игры. Все в нетерпении. А вот жюри сегодня предстоит непростая работа. Оценить по достоинству 9 команд. Сергей Вайц, председатель Совета по работе с молодежью и как один из членов жюри, поделился своими ожиданиями перед игрой. Я ожидаю море шуток, позитив, заряд зала и надеюсь, что все уйдут с прекрасным настроением отсюда. Полные азарта и стремления к победе КВНщики устремились на сцену. Нынешняя программа состоит из одного конкурса. Команды должны были подготовить домашнее музыкальное задание. Новшеством этого сезона стало то, что к заводчанам присоединились студенты Полевского радиотехнического колледжа. Команда «Кадры из будущего» представляла свою программу, а также некоторые КВНщики играли и за заводские команды. Да нет, я записался в секцию СМО. Зачем тебе это? Ну я хочу стать кондуктором. Там все в этой секции. Александр Бамбуров, капитан команды КВН трубопрокатного цеха номер 2, болеет этой игрой уже 4 года. Для него КВН – это нечто большее, чем просто игра. Он даже решил привести своего сына в клуб веселых и находчивых. Хоть Никите всего 6 лет, на сцене он держится как бывалый КВНщик. Уважаемые жюри, хватит проводить КВН. Я хочу, чтобы мой папа ночевал дома, а не на КВН. Александр говорит, что не представляет свою жизнь без КВНа. Эта игра открывает передо мной новые возможности и дарит положительные эмоции, признается Саша. Для меня это на самом деле это настолько сильные эмоции, просто это смех, веселье, это общение с, можно сказать, с коллегами, да, работающими в других цехах. Знакомство, это, я не знаю, это просто это любовь уже, по-моему, к нему, потому что и без КВНа я уже не могу жить. От сегодняшнего КВНа я жду массу положительных эмоций. Вот у меня сынок, он первый раз на КВНе выступает, хотя на сцене не первый раз, но в КВНе он первый. И вот, глядя на него, вот, он так улыбается, и просто, даже просто сыну подарить вот этот вот момент просто, я не знаю, счастья, какого-то радости и смеха. КВНу, как и любви, любые возрасты покорны. Благодаря папе, маленький Никита уже знает, кем хочет стать в будущем. Я когда вырасту, хочу стать КВНчиком, как папа. Встречайте, зайчики, девушка Мозай. Дедушка! 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 Это же наш дедушка. Несмотря на то, что выступало 9 команд, игра прошла на одном дыхании. Зал то и дело разрывался от хохота. Не только зрители, но и члены жюри оценили шутки каждой команды. Именно поэтому сегодня не было проигравших и победителей. Здесь выступали талантливые и жизнерадостные участники клуба веселых и находчивых. Екатерина Тагильцева, Александр Полищук. Новости нашего города.